Привет, дорогие друзья, привет все мои подписчики. Решил записать видео, сделать вам такой подарочек. Может, кто-то знает эту программу, кто-то нет. Это онлайн-программа, ее не надо скачивать, просто зайти по ссылочке и можно с ней работать. Работать как? Эта программа удаляет фон с ваших фотографий. Ну, тут все по-английски, но я думаю, что даже человек, который не понимает ничего в английском, как я, очень просто и быстро в этом разберется. Ну, первым делом надо загрузить фотографию вашу, которую вы хотите обработать. Да, это уже вот обработанные фотографии. А мы сейчас возьмем, покажу вам, да, на той же самой кукле. Вот так вот. Загружаем фотографию первым делом. И вот получается ваш исходник фотографии. И вот сразу идет без фона. Сразу обрезается. Но фотография обязательно должна быть качественной. Чтобы были видны все грани, без всякого размытия и так далее. Ну и затем вы можете прямо сразу сохранить эту фотографию без фона. И потом в другой программе уже подставлять фон, который вы захотите. Но даже здесь, в этой программе, есть вот фотография без фона, уже сохранилась у меня. А можно воспользоваться их базой. И тут много-много есть, чего можно подставить. Вот, к примеру. Вот. После того, как вы подставили, опять же, сохраняете уже с этим фоном. Нажимаете «Сохранить», «Загрузить», и вот она уже сохранена. Выключаете и потом переходите в папочку, где она у вас сохранилась. Ну и вот вам результат. Еще раз повторюсь, ссылочка на программу под видео. Заходите и пользуйтесь. Всем пока-пока.